мы представляем, ты Финляндию, ты Уругвай, а это Киевская Русь. Сегодня мы находимся на стадионе Сапсан Арена. Спасибо большое Игорю Олейнику за то, что выбил нам этот стадик. И колено себе. Так, я веселый, меня любят, я юморист. Давай запишем началку. Черт, он записал подготовку, не серьезно? Да? Да, вообще. Ты чё? Друзья, вы же видели, что у меня на фоне уже давным-давно висит футболка Лука Модрича. Ну так вот, это из магазина «Футбольные атрибутики», с которым мы сотрудничаем уже много лет. В этот раз совместно с ребятами мы приготовили сюрприз для вас. Новые футболочки Головина и Криштиану Роналду. И всем этим ребята занимаются уже более 5 лет. Ссылочку на их интернет-магазин я оставляю в описании. Ну а для того, чтобы заполучить одну из этих футболок, нужно зарепостить это видео с моей страницы и обязательно подписаться на их паблик. Ну и, как вы поняли, будет 2 победителя. Подписка на их паблик обязательно. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман, Леша Гуркин, Артем Нечаев, Андрей Сипскана. О, ребята, вы не представляете! Я нашел чемодан Сипсканы со старыми вещами. Там нашел древнейший видос, где Рибери и Лука Тони, они залезли на Альянс-арену, и они с трибуны, в общем, смотрите сами. Да, друзья, этому видосу уже много лет, и мы наконец-то решились проверить, может ли болельщик забить гол с трибуны, на какую дальность и высоту это вообще возможно. И, кстати, это возвращение рубрики «Футбол в большом городе». Сейчас перерыв между сезонами АМКАЛа и тот самый формат, где мы делали передачу через реку и обещали вам с крыши на крышу ударить. Мы вернем этот формат и доберемся до злополучной крыши, на которую мне не позволила подняться моя травма, но и для у вас есть задание. Рубрика будет жить, если вы наберете под этим видео 100 тысяч лайков. Вон они, жулики. Я последний? Ты же говорил первый. Впервые на канале Германа я чувствую себя одиноко. Даже фокус меня бросил. Что, опорная ножка будет стоять рядышком, поэтому надо мяч стоять не около края. Иначе пиздыкс. Это вот словарь от Эсипска. Не сильненько, главное, а почувствуй. Перекус какой, а? Мимо! Это понятно! Это фар! Агора! Давай. Уже гони, братан. Ой, зашла. Ой, зашла, я вижу отсюда. Но это был не путь. Чернем Куба! Удивляешься каждым днем. Опа! Есть! Ай, подачка на Нечаева. Как вы увидели, примерно 60 метров до ворот оказалось легким испытанием. Мне покорилась эта точка с первого же удара, и мы решили усложнить это дело, отойдя на 100 метров. Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Сипскане скоро 40, и он покинет мир. Охота еще, блядь, пару шагов сделать, туда вот, разбежаться. Надежно, уверенно. Ай, перекрут. Я понимаю, что там мне будет сложно попасть, поэтому я тебе помогу максимально. Этот метр, он очень важен. Ай, ты хорошо вот так вот попал в эту. Попал, блядь? Ну да, ну типа ногой прям подожжет. Смотри, идеально. Так, то надо мяч сюда ставить. А принцип. Блять! Попытка есть! Смотри! Я себе! Ну почти! Подожди! Да залетит! Залетит, пацан! Залетит! Надо! Хорош! Хорош! Ну и этого нам оказалось мало. Леха Гуркин предложил уничтожить эту трибуну окончательно, забив гол пяткой. Мы вернулись на дистанцию в 60 с лишним метров, и вот тут-то нам и пришлось помучиться. Спасибо, прям заебись.
Тогда палочка. Кстати, удобнее так реально оказывается. Да, так бабушка так говорит. О, угловой. О, слушай, ну вы сипсканы прям это. Минут 30-40 мы, наверное, мучились с этой дурацкой пяткой, как вдруг у меня получилось сделать вот это. Да, 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 хорош. Докрутись, все, она зашла. Нет, блядь, какие силы не хватило, сука. Это вообще фатальти. Я наш, у меня были такие в башке, типа, да, а нет, а да, а нет. Я тоже. Сука. Мне нужно посмотреть обучение на ютубе, как правильно бить пяткой. Я, к сожалению, не подкован в этой сфере. Ай, ай, ну-ка. Да ладно. Блядь. Есть. Нет, подожди. Мне казалось, что я промазал. Я когда ударил, я такой думаю, бля, я типа мимо начал. Ну давай добьем. Какой же Леха красавец, а? Ой-ой-ой, а ну-ка, повторение, мать учения. Я показал дорогу. Ты чё? Какая он, ну вы видели, ну там было, я попал. Мне кажется, вот он сволочь. Срань, просто грёбаная мразь. Как у меня горит жопа от ничего, я клянусь, вы просто не представляете. Вот. Только Дуркин может забить с этой позиции. Я разрываюсь между вот этой, типа, как смешно, Нечаев, ты крутой, и между, блять, я же попал, нахера. Ссылка на Нечаев в описании, я слишком сильно его люблю. А не было гола. А зачем ты это сделал? Блять, ты меня учил защитником весь сезон быть. Я вынес с ленточки. Мне наоборот хвалить надо. Я готов ко второму сезону. 200 тысяч лайков там поставил уже. Потому что Гуркин должен быть только лучше, понимаешь? А я? Кто твой друг? Я или Гуркин? Ты друг, а лучше Гуркин. Ты сраный. Так это меня вывесило. Вы даже не представляете, насколько сильно я вот разъярен. Мимо шло, серьезно? Мимо там шло. Посмотри повтор. Смотрю. Посмотри. Там шло как раз вот так вот. Да, вот он на колбол. Ну ты не рассчитал. Ну что я могу поделать? Ну и, конечно же, уйти с такого крутого стадиона просто так мы не могли, поэтому мы решили выполнить еще одно задание из этой старой рекламы. Друзья, следующим заданием у нас кроссбар с добиванием. Ударить в перекладину, мяч в воздух и в лёд головой забить гол. Кто первый из нас всех справится, тот и в порядке. А остальные встанут на задницу. Аплодируй. Налетает белый. Ой-ой-ой! Надо было в падении, Лёш. Оооо! 21.44. Лучше, Жень. А у оленя когда не было, когда надо было от перекладины принять? Пау! Ой-ой-ой! Да, Жек, я тебя помню, брат. Добро пожаловать в Россию, итальяшка. Ну что, друзья, мы покорили с вами и трибуну, забив оттуда и обычные голы, и даже гол пяткой. С перекладиной тоже справились. И если вам нравится подобная рубрика, и вы хотите, чтобы формат футбол в большом городе вернулся, напоминаю про 100 тысяч пальцев вверх. Еще напоминаю про розыгрыш футболок. Все внизу есть в описании. Обязательно подписывайтесь на канал ребят. Леша Гуркин, Андрей Сипскана, Женька Гласен Кит, Артем Нечаев. Все ребята безумно сильно крутые. Ссылочки на них есть в описании. Ну и все, друзья. Насколько сильно крутые? По рейтингу крутости Германа. Я на 3 Брюс Уиллиса крутой. Нет. Ну и не забывайте на колокольчик нажимать, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Герман Эль Классико. Увидимся совсем скоро. Пока. А сейчас минутка Гурыча, но не просто. Минутка поэзии. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда... Бля, забыл. Все, молодец.